Так, чтобы без монтажа пошло. Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. Получилась некрасивая ситуация, мой косяк. Я так и не понял, каким образом можно разыгрывать что-то среди всех подписчиков какого-то одного инстаграма. Это я говорю про розыгрыш вот этого вот телефона среди подписчиков инстаграма Пипячника. Я очень рад, что вы вступили в этот инстаграм, но я не могу абсолютно честным образом каким-то выбрать победителя среди всех подписчиков инстаграма. Не потому что не хочу, а потому что нет такой технической возможности у инстаграма быстро как-то экспортить всех подписчиков и выбирать там через random.org, выбирать какого-то по списку подписчика. Там есть только функция розыгрыша инставоут, там до 1000 человек только может принимать участие, поэтому это абсолютно не актуально. Вот, и там нужно, чтобы люди ставили какие-то хэштеги, то есть нужно просить людей ставить хэштеги, и это как бы полный бред. Поэтому мы делаем все очень просто, ссылка в описании, там фотка Пипячника, кто поставил лайк, среди тех, кто лайкнул, все, собственно, и разыгрываем. Я бы мог, конечно, сделать как-нибудь по-хитрому, я не знаю, сделать несколько экспортов всех подписчиков инстаграма Пипячника, но я не знаю, как это реализовать технически, вот, поэтому, к сожалению, вот так. Да, это мой косяк, я это признаю. Кто завел себе инстаграм специально, чтобы получить возможность... Серый пришел, сейчас мы будем снимать славный обзор. Специально, чтобы получить возможность одну из там 20 тысяч что-то выиграть, а не потому, что ему нравится инстаграм Пипячника, ну, извините, чуваки. Вот такие вот дела. Готов снимать обзор? Всегда готов. У нас сейчас будет обзор на 8000 рублей. Короче, доношу суть очень кратко. Больше ни хрена не разыгрывается среди подписчиков инстаграма Пипячника. А точнее разыгрывается, но вам нужно пойти просто и поставить лайк на фотке Пипячника по ссылке в описании. Если ссылка в описании там не работает или еще что-то, новость запущена в 21.30 30 сентября у меня в группе ВКонтакте. Она закрепляться не будет в группе, потому что там висит видео с другим розыгрышем, там ножи, по-моему, разыгрываются на том видео. Вот, поэтому просто идем, ставим лойс на фотке Пипячника, делаем еще два клика и таким образом участвуем, потому что ВКонтакте есть функция выбрать случайного среди лайкнувших или репостнувших. Вот, а в инстаграме ни хрена подобного нет. Собственно, спасибо, кому нравится инстаграм Пипячника. Я надеюсь, что он будет туда продолжать что-нибудь постить. И вот такие вот дела. Кто будет возмущаться, да, понимаю мой косяк, но нет, никто, к сожалению, не донес вот доходчиво до меня, каким образом среди всех подписчиков инстаграма, там 30 тысяч человек, можно выбрать случайного. Вот, то есть все кидают там рандоморг, рандоморг, чё рандоморг? Рандоморг выбирает случайную цифру в каком-то диапазоне. Ну и что? У меня цифра 458. И что дальше? Как мне это поможет? Вот такие вот дела. Поэтому телефон Xiaomi Mi 4i разыгрывается теперь среди просто поставивших лайк на фотку Пипячника. Ссылка на фотку Пипячника, на новость, точнее, с фоткой Пипячника находится в описании. Всем пока, разыгрываем, как уже и сказали, либо в субботу, либо в воскресенье. Вот, я даже монтировать это видео не буду. Извиняюсь перед теми, кто не хотел заводить инстаграм, но завел ради этого розыгрыша, чуваки. Беда.